Вітаємо вас в ефірі прес-центру телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбунчук. Сьогодні тема нашої прес-конференції «Україна на першому місці за кількістю власників криптовалюти». Та чому легалізація віртуальних активів поки що відкладається? В наших гостях сьогодні Євген Василенко, фінансовий консультант, криптоінвестор, та Михайло Кропивко, економіст. Я вас вітаю. Євгене, почнемо з вас. Вам слово. Чи правда, що справді українці на першому місці серед власників криптовалюти у світі? Бо це виглядає як фейк якийсь. Добрий день. На самом деле, это правда, потому что, ну, я, допустим, 2016 года нахожусь в теме рынка криптовалют, инвестирую в рынок криптовалют. И хочу сказать, что Украина действительно впереди планеты всей. Вот, с точки зрения развития и с точки зрения людей, которые инвестируют в этот рынок. Поэтому, да, это правда. У нас очень большое количество людей, которые пользуются криптовалютами, пользуются своими кошельками. И у нас даже народные депутаты декларируют криптовалюту в декларациях. Да, поэтому это правда. Що таке криптовалюта? Давайте пояснимо глядачам, які чули лише тільки це слово. Що таке криптовалюта? Простими словами. Простими словами, это будущее, то, что наступает завтра, послезавтра. Да? То есть, ну, в моем понимании, в нашем сообществе есть такое видение, что бумажные деньги, фиатные, уйдут в небытие, и мы скоро будем пользоваться цифровыми деньгами. Вот. А криптовалюта – это ценность, которая находится в интернете, но она должна иметь какую-то определенную технологию, определенную ценность. Наскільки це ми бачимо дуже популярно? От якщо ми кажемо, що, наприклад, що у нас IT-сфера така дуже розвинута і монетизована, так, то криптовалюта йде поруч? Абсолютно верно. Это новый класс активов, это то, с чем мы будем жить, то, с чем мы будем работать. Технология блокчейн вошла в нашу жизнь, и она вошла не только в нашу жизнь, в индустрию. Уже многие компании, проекты, фонды используют ее. Вот, поэтому это будущее, и биткоин как цифровое золото тоже будет в мире очень известен, популярен и будет признан многими государствами. Так, добре, зрозуміло. Як монетизується, як заробляють на криптовалютах? Я правильно розумію, що можна там купляти одні монети, так, і вони там через якийсь час, але це не точно, зростають у ціні, їх вже можна перепродавати. От як саме заробляють гроші на криптовалюті? Ну, если взять историю, да, то на сегодняшний момент рынок криптовалют занимает 2-3 триллиона долларов капитализации. Он очень молодой, он очень маленький, он только формируется, но есть понимание того, что он вырастет точно так же, как фондовый рынок. Вот. И вопрос заработка для людей, для обычных людей, которые с этим еще не сталкиваются, я хочу немножко, ну, скажем так, с осторожностью им об этом сказать, потому что в этот рынок нужно входить с кем-то, да, то есть просто так вот брать что-либо, покупать без осознанности я не рекомендую, да, то есть есть определенное понимание того, что сегодня монет очень много, там больше там 9 тысяч этих монет, и простому человеку разобраться в этом очень сложно. Поэтому лучше получать какие-то базовые образовательные моменты, да, то есть вот мы проводим в Днепре образовательные конференции, на которых показываем, что такое биткоин-блокчейн, и потом уже с помощью профессионалов, экспертов в этой области, они могут с этим рынком начать знакомиться. То есть самому бежать туда не очень рекомендую, потому что есть шанс, да, что эти деньги они могут потерять. От вы натякаете на, можливо, шахрайство в цій сфері? Нет, не на шахрайство. Ну, может шахрайство быть тоже, такое, так? И шахрайство тоже есть, но есть момент, что вот сейчас биткоин стоит там, 57 тысяч долларов, и люди не понимают, почему он стоит 57, а завтра он будет стоить 45, а кто-то говорит, что будет стоить 100, и вот за счет того, что они сейчас могут все деньги, скажем так, приобрести этот биткоин, но у нас будет коррекция, он упадет до 50, соответственно, они какие-то моменты потеряют. Да? Вот поэтому есть определенная вот такая вот осознанность, есть определенная стратегия. Поэтому так бежать, сломя голову, неправильно. Вот нужно все-таки для себя понять, что это, зачем это, для чего, а потом уже принимать какие-то осознанные решения. Но то, что это будущее, то, что это цифровые деньги, мы скоро будем работать со всеми цифровыми деньгами, это факт. Дякуємо. Михайло, про економічну складову. Яка наразі ситуація? Як себе відчуває криптовалюта на ринку України? К началу розговору немножко вернусь. Обов'язково, будь ласка. Тому що здесь наші взгляди немножко не сходяться. Це добре, так цікавіше. Так, перше. Всі криптовалюти не являються валютами як таковими. Почему? Тому що валюти імітують государство. Тільки государство.
никто иной. Вы не можете выпустить свою валюту, она будет ходить только внутри вас. Поэтому все криптовалюты – это не что иное, как финансовый инструмент, ценная бумага, существующая в электронном виде, и не что иное. Виртуальные активы, так? Стоп. Актив – это вообще все, что угодно, то, что мы контролируем и от чего мы ожидаем выгоду. Вот это называется активом. Виртуальное – это означает, что оно не существует в твердой какой-то форме. Но на самом деле это производный финансовый инструмент, не более того. То же самое, что облигация любого предприятия, любого государства, ценная бумага, которая приобретает свою ценность на рынке. Это пункт первый, скажем так, не есть валюта. Пункт второй. Пункт второй заключается в особенности криптовалют. Первая особенность и основная, которая и помогает им развиваться, и в то же время будет являться их стопором и их якорем, это анонимность. Владение криптовалютой анонимно. То есть нигде не существует в открытом доступе, да, и в закрытом, по-моему, тоже никаких реестров владельцев криптовалют. Есть анонимный некий виртуальный кошелек, в котором хранится определенный код, который обозначает владение определенным количеством. Отсюда и первенство Украины в мире, то есть депутату, чиновнику любому не надо как-то документально подтверждать. Он и не может документально подтвердить владение таким активом. Он может заявлять его в любом количестве. Хоть на миллиарды долларов. Тем самым заранее отмывая коррупционные деньги. Анонимность любого расчетного средства, хоть анонимный чек на предъявителя, является признаком своеобразным отмывание грязных денег. Это деньги, которые ни одно государство не контролирует перемещение. Это и финансирование терроризма, это и деньги от наркоторговли, это любые незаконные деньги перемещаются анонимным путем. Это то, что будет являться тормозом и якорем, или в конце концов могильщиком криптовалют. Як ви вважаєте, чому перенесли так? Теперь еще немножечко, если можно, я поговорю чуть-чуть. Звичайно, звичайно. Почему биткоин у нас так резко вырос и так резко как бы набрал ценность? Начинал он с копеек. Первый момент, который отличает этот финансовый актив или финансовый инструмент от всех остальных, в том, что его можно было сделать из ничего. Из воздуха. То есть, ну, не совсем из воздуха, вложения нужны были, конечно, но тем не менее. Это так называемый майнинг валют. Когда их можно было просто генерировать самому, поставив там компьютер, видеокарты и так далее, и предоставляя этот ресурс неизвестно кому, неизвестно зачем. И первое место среди майнеров, тех, кто генерировал криптовалюту, занимал Китай. Там строились фермы в многоэтажные дома. Сейчас китайское правительство очень жестко подошло как к майнингу, так и вообще к криптовалютам. И их запретили в Китае. Сейчас будет процесс такой эмиграции кошельков в другие страны. Ну, это законный такой, закономерный исход. То есть китайской власти не нужны теневые неконтролируемые денежные потоки. И поэтому вот за счет такого майнинга и вырос спрос на криптовалюты, и они начали расти в цене. И это сугубо, ну как сказать мягенько, биржевая операция в том, что они так резко выросли в цене. Или простым языком говоря, спекулятивная. То есть пока вокруг криптовалют крутится информация о том, что за этим будущее здесь легко заработать, в них вкладывают, их покупают, раз есть на них спрос, поднимается их стоимость. Ну, у нас недавно был пример, когда Илон Маск сначала резко поднял стоимость биткоина, потом также резко опустил. И начал поднимать другую монету, как вы говорите. По-моему, доккоин, да? Да. Он просто сказал, что вот Тесла вложила столько-то миллионов
в биткоин, и биткоин резко порос, ведь Маск, он же знает, где заработать. Потом он сказал, не, биткоин дерьмо, покупаю доккоин. И биткоин упал на ноль. Ну, не на ноль, он там, по-моему, с 50 до 40 скатился тогда. Ну, неважно. Он упал резко, потом снова начал расти. То есть это сугубо информационные процессы, спекулятивные процессы. Чому, на вашу думку, законопроект так не прийшов? Чому його президент повернув на доопрацювання? Во-первых, в даному случае Україна как бы виступила таким інсайдером. Она первая из всех стран как бы попыталась легализовать криптовалюты. Угу. Но при этом Украина преследовала несколько целей. Целью быть первой, я думаю, что здесь не было. Во-первых, очень много криптовалют начало появляться в декларациях госслужащих. Этот закон, он позволяет официально торговать криптовалютами, но при этом он говорит, что если вы официально торгуете, будьте добры официально заявить, что они ваши, и отвечать за движение этих денег, откуда вы их взяли и куда вы их дели. То есть он попытался, так сказать, разрушить тайну движения этих средств. Именно, может, из-за этого он и не заработает в полной мере, так как планировалось. Но, тем не менее, Украина прозвучала первой в мире. Но, в принципе, есть финансовый инструмент. Все финансовые инструменты торгуются на биржах. Почему не создать и не легализовать это дело, но таким образом заставить своих граждан все-таки не врать о наличиях биткоинов, доккоинов, эфиров и так далее, а показать, откуда, за какие деньги, когда куплено, сколько вы на них заработали. А если вы заработали, будьте добры, заплатите налог с заработка. Ведь у нас есть для граждан такое понятие, как инвестиционный доход. Если вы во что-то вложили, потом продали, с разницы заплатите налог. Сегодня ни один владелец криптовалют не платит налог с них. То есть государство как бы вообще в стороне от этих валют, от этих инструментов. Дякуємо. Євгене, вам слово. Как вы ставитесь до легализации криптовалюты в Украине? Очень, очень, очень приятно с коллегой. Здесь можно очень долго спорить, потому что вот, чувствуется, да, что произошло такое между прошлым и будущим. Да? Вот, там прошлое, это будущее. Поэтому я с коллегой могу очень долго спорить на тему биткоина и на тему криптовалюты, зачем они пришли в этот мир, и нам не хватит времени. Поэтому, если мы вернемся к закону, то хочу сказать, что с приходом президента Зеленского у нас появилось Министерство цифровой трансформации в лице Михаила Федорова. И вот с этого момента началась цифровизация нашей страны, и это очень круто, когда все документы в цифровом виде начинают происходить. И, соответственно, они прекрасно понимают, что государство должно идти в развитие с другими государствами, и если это новый рынок, новый тренд, новое направление, соответственно, нужно идти в этом направлении. Да? И, соответственно, закон виртуальных активов, который назревал, он наконец-то был, скажем так, доработан, появился в Верховной Раде, и мы, как криптосообщество, которое уже находится очень давно, мы, кстати, были, мои коллеги, в рабочей группе с Министерством цифровой трансформации и обсуждали этот закон о виртуальных активах. И в рамках рабочей группы этот закон дорабатывался. Вот, соответственно, мы, как люди, которые в криптоиндустрии, приветствуем этот закон. Почему? Потому что таким образом будет легализована вся деятельность, связанная с этим законом. То есть обменники, биржи, компании, проекты будут иметь право легально регистрироваться в Украине и работать. Плюс оподаткование. То есть мы должны быть такими же государствами, как Объединенные Арабские Эмираты, да, которые сегодня открывают свободные экономические зоны, и при этом все компании привлекают себе. Эстония, Эстонская Республика, которая криптокомпании, которые работают на блокчейн-технологии, она тоже привлекает себе компании для того, чтобы заходили бизнесы в Украину. Ведь Украина – это ну, айтишная страна. И, соответственно, если мы будем привлекать какие-либо компании, соответственно, они будут платить налоги, и государство будет с этого получать определенный доход. Это очень круто. Вот. Поэтому закон этот хороший, он будет принят. Почему Зеленский его ветировал? Потому что в законе была небольшая ошибка в данном случае, да, то, что был третий орган, который не нужен на самом деле.
вот, который должен был создаваться, наверное, под кого-то, да, то есть вот специально какой-то. И он ветировал с точки зрения доработки, чтобы у нас органы, которые регулируют эту деятельность, было два: Национальный банк Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. То есть нам по факту третий орган дополнительно не нужен, и он в этом прав. У нас есть достаточно сегодня регуляторных инструментов, которые в принципе могут позволить регулировать этот рынок. Поэтому я надеюсь, что закон будет доработан, этот третий орган будет убран, и он будет подписан президентом в ближайшее время. Можно я немножко добавлю, чтобы не было такого как бы водораздела прошлое-будущее? Я не против технологий, давайте разделять технологии и производные. На сегодня Нацбанк Украины разрабатывает на базе технологии блокчейн свою цифровую гривну. Не свою, а государственную цифровую гривну. И это уже будет валюта. И это уже будет валюта. А то, что мы сегодня имеем, это финансовые инструменты. Так это ж хорошо. То есть у нас в 2022 году будет первый пилотный проект, в котором Национальный банк Украины будет чиновникам платить е-гривну. Потому что был внесен изменения в законе, о платежной системе. И Национальный банк Украины будет е-гривну производить. Тут нету проблем. Вот, тут правильно. Нету никаких проблем. Давайте разделять технологию блокчейна, возможностью электронных или виртуальных валют и финансовые инструменты, имеющиеся сегодня на рынке, анонимные валюты, типа біткоін, ефір. Цікаво розгорілася дискусія. У нас питання є. Я думаю, що Рухова на вас поморить. Будь ласка. Здесь, значит так, всегда какая-то купюра, чья-то деньга обеспечивалась первоначально золотом, а в нынешнее время обеспечивается экономикой данного государства. Неправда. Чем обеспечивается криптовалюта? Евгений, до вас питання. Так. Облигация. Облигация также имеет обеспечение тем, кто выпускает. Я с вами не соглашусь по одной простой причине, что раньше все деньги, которые были эмиссированы центральными банками до 1971 года, были обеспечены золотом. Это правда. Но в 1971 году, благодаря президенту Америки, Брест-Вудское соглашение, да, золотой стандарт отменен полностью. Сегодня наши деньги, в том числе доллары, евро, гривны, они не обеспечены ничем. И это миф, который существует в головах людей. На самом деле ничем наши валюты не обесценены. И сегодня все, что происходит в мире, это инфляция. Мы с вами прекрасно знаем. И доллар инфляция, евро инфляция, гривна инфляция. Это большая проблема для всех граждан. И соответственно биткоин, как цифровое золото, пришел на место убрать эту проблему. Да? Почему? Потому что он дефляционный. У него ограниченная эмиссия, его невозможно подделать, изменить, добавить. И это актив, который будет интересен всем, это цифровое золото. То есть почему и сразу с аналогом золота. Поэтому наши деньги, они не обеспечены ничем абсолютно. Они просто, мы им доверяем, потому что государство их печатает. Вот как-то так. А если мы на блокчейне биткоина смотрим, что у него 21 миллион, у него определенная эмиссия, ограниченная определенным образом, да, то почему он будет расти в цене? Потому что его будет становиться очень все меньше, меньше и меньше. И почему сейчас происходит его рост? Потому что доверие во всем мире происходит к активу, который сегодня никому не принадлежит. Вот в этом вся его плюс. У него нет регулятора, у него нет основателя, у него нет центрального банка. То есть этот актив, который никому не принадлежит, и поэтому есть доверие к этому активу, как к новому цифровому активу. На сегодня эмиссия денег... наличие денежной массы обеспечивается ВВП экономики страны. Нет, это неправда. Угу. Давайте на такій дискусійній ноті будемо закінчувати. На жаль, ефірний час у нас закінчується. Я хочу вам дуже подякувати. Давно не було в нас такої цікавої дискусії, адже завжди різні точки зору, це завжди цікаво. Так наш глядач бачить, що може бути так, а може бути так. Я дуже дякую за участь. Щойно говорили про те, що Україна стала першою в світі так за власністю за власників криптовалют. І про те, чому власне повернули на доопрацювання так Зеленський закон про віртуальні активи. В наших гостях був Євген Василенко, фінансовий консультант, криптоінвестор. Дякуємо. І Михайло Кропивко, економічний експерт. Я вам дуже дякую. Вела прес-конференцію Анна Горбанчук. Побачимося вже завтра. Спасибо.